Программа модернизации сельских клубов действует в республике с 2007 года. Она предполагает реконструкцию зданий сельских очагов культуры и закупку нового оборудования. Мои коллеги побывали в Яльчикском районе и проверили, как осуществляется программа. Ежегодно в республике ремонтируется около 30 клубов. Деньги на ремонт выделяются из республиканского бюджета, но при условии софинансирования из районной казны в размере 25%. Подключились к программе и жители села Большие Яльчики. В прошлом году они получили грант в размере 900 тысяч рублей по программе «Компактная застройка». Дополнительно 400 тысяч было выделено непосредственно на модернизацию клуба. Таким образом удалось сделать капитальный ремонт сцены, заменить декорации, занавеси и покрасить полы. Отреставрировали клуб и в соседнем селе. Мы в ансамбле организовали нас. Вот после 60 лет этот ансамбль частенько выезжает в район и другие районы. Клуб тем более у нас известный, наши чуваши, работники все известные. Естественно, нас туда тянет. Мы так собираемся постоянно. В преддверии Дня Великой Победы не остались без внимания и памятные обелиски. В селе Новое Байбатрево Яльчикского района благоустройством занялись еще 2 года назад. Восстановлением памятника занимались всем миром.